Всем привет! Меня зовут Леся Скоморохова. Когда мне задают вопрос, чем ты занимаешься, я с улыбкой отвечаю «гоню». На самом деле я занимаюсь производством гидролатов. Изготавливаю, дистиллирую лекарственные растения. В принципе, дистиллировать можно все, что угодно, в зависимости от задачи, которую мы хотим решить с помощью гидролатотерапии. Это очень про здоровье. Очень про заботу о себе, о своих близких, очень бережную заботу, потому что эфирные масла – это высококонцентрированные молекулы, компоненты, а гидролатами очень сложно себе навредить. Гидролаты – это очень мягкие средства, которые помогают людям решать разные задачи со здоровьем. Коже быть напитанной, красивой, увлажненной. Если есть какие-то ОРВИ-заболевания или вирусные, можно принимать гидролаты внутрь. Но об этом я буду рассказывать на форуме, на всероссийском аромафоруме, куда я приглашена в качестве спикера, чему очень рада. Я вас хочу пригласить на этот форум, потому что там будут затронуты огромное количество вопросов, связанные с холистическим подходом к здоровью, с очень бережной заботой о себе, о своих близких. Тема моего выступления на форуме – применение гидролатов. Гидролаты помогают людям улучшить свое самочувствие, состояние своего здоровья. От банальных насморков и детей, и взрослых, до серьезных проблем с онкологией. Это не панацея от всех болезней, но когда у человека серьезные заболевания, то гидролаты помогают ему мягче и легче проходить этот этап жизни, который связан с болезнью. Этими всеми рецептами, находками и собранной информацией я буду делиться на форуме. Приходите, буду рада всех видеть и ответить на ваши вопросы.